Вы сразу зарядили себя на то, что каждую тренировку приходите и цените каждую тренировку вместе со мной. А я ценю каждую тренировку вместе с вами. Can't forget the goal. In case you didn't know, the flow is fat like Joe. Yo, you niggas, they know that I'm back, man. You're whack, man. I eat a rapper like I'm Pac-Man. I figured you bring it straight from the cellar. Thriller, packing more hits than Lupinella. I swallow a nigga in his eye if he tests me. You don't impress me. Yeah, yo, books kick the rest, G. One time for your mind. Hey, yo, what up? It's the crew bringing the ruckus. Yeah. No doubt we's the roughest dream team. Reign supreme like a cutlass getting duckers. The dope, you can't touch the flow. No. It's me, the nigga with G, the B, double O, K, S. So say yes and bust your caliber when I pop shit and rock shit like Влад, почему именно ко мне пришел на занятия? Я всегда танцами как бы увлекался, смотрел, и, короче, только там все стояли тупо, как столб, стебняки, только ты одна качала, поэтому пошел. Влад заменяет просто всех, кто есть вообще в других группах. Вот реально, он один заменяет весь мусор, который ходит в дан. Я говорю честно, потому что сейчас очень много ходит в Яфанк мусора. И он заменяет всех. Почему? Он приходит, он никогда не говорит, что у меня не получается, мне не нравится твоя музыка, Лиана, давай по-другому, Лиана то, Лиана все. Он приходит, и у него футболка просто мокрая. То есть, я не знаю, я не хочу хвалить, но это называется любовь. Вот любовь к этому делу. И поэтому я его очень сильно уважаю. И мне было приятно то, что он сказал. Ну, это круто на самом деле. Получалось. Приходила, психовала, плакала, ругалась за себя. Думала, почему вот ну, получается, у многих тебе получается, не получается, да, у них там и на голове, знаете, все, а я из себя ничего не могу сделать. Рэп на голове. И вообще, ну, ни руки у меня не такие. Хотя вроде все нормально, там 5 пальцев на каждой руке. Вот. А потом, когда к тебе пришла, я увидела, как много людей, и все люди между собой общаются. И когда была, ну, смотрела на старшую группу, они друг друга приходили, вот так обнимали крепко. И это так вот прям, ну, завораживало. Тоже хотелось так быть. Вот. И когда что-то не получается, мне больше всего нравилось, что ты говорила. Тебя за это никто не будет ругать, никто не будет над тобой смеяться. То есть я сюда поэтому пришла, чтобы без друзей, без знакомых, ну, чтобы не стесняться никого, чтобы ну, не было неловкости и чтобы не бросить это. Потому что можно пойти за толпой и бросить, хотя это было твое. Я не хотела бы тебя. Ну, блин, просто когда я пришла, было вообще все по-другому. Другой зал, другое общество, все было по-другому. Мы пришли, стремились. Мы смотрели на тех, кто уже давно танцует. Для нас это было, что, ну, как, ну, я не знаю, как эталон. Мы стремились как бы к этому. Сейчас уже более другая обстановка. Сейчас мы можем все спокойно, как бы, более дружно общаться между собой, там, между группами. Ну, кто-то быстро влился, кто-то более медленно. Ну, все были дружны, все друг друга поддерживали всегда. Это место раньше значило. Это вообще было очень спонтанно, на самом деле. Потому что я занималась другими танцами, кстати. Да. Вот такие смотрю что-то в интернете. Что-то Яфанк какой-то. Другие какие-то школы, да, и Яфанк. Я здесь такая, ну вот и Яфанк вроде хорошая школа. И мы чисто на пофиг пошли на хип-хоп. Чисто на пофиг. Приходим. Вроде нормально, давай сходим. Они больше понты, давайте фишки. Я занималась танцами, ну, лет с 5, и
это были эстрадные танцы, короче, мы вообще даже в этом городе, да, это был такой стыд, позор, вот. Я хотела заниматься танцами, но я, если честно, вообще не знала, у нас есть что-то, нет. Вот, я видела ваши видео, где вы танцевали, где там Гоша, вот это старинные, всякие, да, просто такие древние видео, где вы там выси, где там чёрт падал, электро, десятьян там на Ленина отлясу. Потом я увидела, что открывается iPhone. Ну вот, я, блин, я, если честно, думала, я просто, я не ожидала, я настолько это... Да, я, ну, я первым делом сразу написала в личку Лисикян, что я хочу ходить к себе, у тебя есть инстанция? Она говорит, конечно, есть, выходи. Если будешь тренить хорошо, то я тебя возьму в свою старшую группу. Ну все, я пришла. Тренила, тренила, и спустя пару недель. Она там шутит. Короче, спустя пару недель ты пишешь, типа, Таня, приходи в воскресенье на тренировку закрытую со старшей группой. И, блин, я так радовалась. Короче, ну мне нравится тренинг Юлианы, потому что на тренировках всегда дружественная атмосфера, даже если ты приходишь с плохим настроением, в конце тренировки оно у тебя сразу поднимается, потому что, блин, если я умею шутить... Ну, подождите! Вот, я занималась 5 лет садиком, народными танцами. В классе 7 я посмотрела фильм «Шаг вперед». Блин, ну это для меня самый оригинальный, самый крутой фильм, который я любила, просто несколько раз просто в день пересматривала. Да, вторую я на репит. Я тоже смотрю. Потом, короче, я маме говорю, я хочу на хип-хоп, хочу на хип-хоп. Она такая, ну найди, типа, есть у вас хип-хоп или нет. Я долго, ну, как бы думала, не знала, не решала, все, ходила. Мы тренируемся от души, мы любим друг друга, и я там у вас скоро еду, вы будете приезжать ко мне, я буду приезжать к вам, и все будет круто. Я знаю, что вы будете крутыми танцорами, я знаю, что у каждого из вас правильное мнение насчет хип-хопа, правильный взгляд, и я знаю, что вы меня очень сильно любите.